Как я провел новогодние каникулы? Под таким названием прошел корпоративный фотоконкурс среди сотрудников «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза». В нем приняли участие 25 работников компании, которые прислали на суд жюри более 150 фотографий. А вот оценивало работы руководство компании. В итоге в дополнительной номинации приз зрительских симпатий победителем стал Руслан Ахмедзянов, ведущий инженер отдела главного механика. Третье место занял Александр Матющенко, начальник отдела геологического контроля бурения. Вторая – Анна Лысенко, начальник отдела развития и подготовки персонала. А лучшей работой признана фотография с павлином Кирилла Баткалова. Он заместитель начальника по авиаперевозкам. Он получил главный приз – четырехместную лодку для путешествий. Это снято в республике Доминиканской республики. На территории отеля там есть природный уголок, парк. Там, ну, не только павлины, там фламинго, всякие водоплавающие, попугаи, вараны. Ну, в общем, очень много живности, поэтому